Акстар. У тебя канал на Ютубе есть? Ну да, 1 000 000 подписчиков. Больше, чем у Ярика. Притворяться, что не умею петь здесь чат-рулетки, а потом брать так. Мама, я гей. Папа, я гей. Е-е, с вами Стас Костюшкин. Женщина не танцует, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально сориентаться. Переключить надо как-то там, подлезть там, вот так. А, мои фанаты самые лучшие. О! Я чуть не расплакалась. Хижина музыканта — это самый лучший блогер. Тебя вообще кто-нибудь слушает? Всем привет, это Хижина музыканта, меня зовут Раиль. У нас сегодня 10-й юбилейный выпуск чат-рулетки. Пошумим, пожалуйста. И сегодня я буду продолжать притворяться новичком, который не умеет петь, поет так себе и спустя время бомбит как следует, исполняет песню на высоких хороших нотах. И в конце данного выпуска я разыграю 5 абонементов на нашу онлайн-школу гитары и вокала, которая, кстати, находится в описании. Если хотите научиться играть, как я, еще петь заодно, то приходите в мою школу. Ну а мы начинаем, поехали! Вот, спрячь что-нибудь, пожалуйста. Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мое сердце вновь биться. Куда переключаешь? Знаем. Послушай. Знаем. Не дрочи там. Дрочишь? Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь, не удосужившись даже проститься? Все решено, мама, я гей, папа, я гей. Можете просто промолчать, можете злиться или беситься, но а я пошел гулять с Эдиком, с Яриком, с Мариком, с соседнего подъезда, с Коленькой, с Васенькой, с дядей Гришей, с папиным другом детства. Я тебе сразу сказал, что он стебется. А я реально думала, что он так поет, и такая сижу, вот, да. Переключить надо как-то там, подлезть там, вот так. Нет, я не переключаю. Да? Знаешь, я смотрю одного ютубера, вот, Тима Мац... Нет. Тима Мацони? Логично. Его я тоже смотрю. Ща, блядь, одного смотрю. А, вот. Ярик, бро. А, мы тут не оскорбляем Акстара. А ты кто? Акстар. Да ладно! У тебя канал на ютубе есть? Ну да, 1 000 000 подписчиков. Больше, чем у Ярика. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую? Ну, пиздец. Акстар. Стой, Акстар, блядь. Five minutes later. Серьезно? Нет, нет! Гитара только похожа, все, да это не он. Нет, видишь, тут молодой совсем. Гитара только похожа. А тут он старый, бля. Ну. Сколько он человека. Я попытался во всем этом разобраться и чуть не сошел с ума от увиденного. Да это по-любому. А прикинь, он сейчас нас снимает. И что, что снимает? Зато я в YouTube попаду. Да это он, даже голос похож, так что не надо ничего тут делать. Ты бубо? Она не верит, а я верю, все. Ты бубо? Закрой рот, я ему верю, все. Я подписалась. Спасибо. Привет. Привет. Родинка у тебя классная, у меня тоже она есть. Сейчас скажу, где. Где ты была, ты не видишь? Во-во-во, видишь? Уматно. А, у нас почти одинаково. Как тебя зовут? Света. Чем там занимаешься? Ты что, спишь, что ли? Ложусь уже спать. Поздно. Накрашенная прям, с ресничками спать сразу. Утром умоюсь. А, ты из пати пришла откуда-то, да? Ну, я была в гостях. У тебя есть парень, я вижу. Нет. А кто тебя кусает вечно по ночам? Вампиры, что ли? Ну, а как ты думал? Только вампиры. Только вампиры. Можно я стану одним из них? Вот это поворот! Ого. Ого-го. Ого-го. Ты что делаешь? Песни пою. Правда? Давай мне что-нибудь. А, что забабахай. Ты хочешь? Губу закатай.
Капкам слезки на платье из ситцы, и пусть сегодня он мне не снится, и пусть не ходит рядом, не ищет взглядом меня в толпе. Горит твое фото, горит все, что ты мне дарил. Я не буду скучать. Я чуть не расплакалась. Нет, просто грустная такая песня. Сигарет and tiny liquor bottle, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Узнали песню? Да, круто, да. Молодец. Мой English! The best of the English! Че, у тебя есть канал на Ютубе? Каналчик? Ну, может быть, куда-нибудь ты свои ролики запиливаешь. Я ж петь не умею, как я могу запиливать? Да нормально, что-то сойдет. На хайпе тоже можно. Так. Точно, я сейчас буду снимать чат-рулетку, и у меня, может быть, попрет, да? Я надеюсь. Хорошо, ты мне идеи подкинула. Может, я буду, типа, притворяться, что не умею петь здесь чат-рулетки, а потом брать так. Cigarettes and tiny liquor bottle, just put... Офигеть, круто, да? Реально. Узнала? Cigarettes and tiny liquor bottle, just what you expect. Дай-ка мне свой инстаграм. У тебя этот, голубые глаза такие прям. Голубые глаза. Ну как видишь. Наполнены солью. Ничего себе. Слушай, подскажи, как научиться играть на гитаре? Хороший вопрос. У меня своя школа для этого есть, где я обучаю игре. Хочешь, приходи. Ребята, меня многие спрашивают, как научиться играть и петь прямо как я, современные песни, мощно, со всякими фишками. Я открыл собственную онлайн-школу «Хижина музыканта». Ссылочку оставлю в описании под видео. Если вы хотите одновременно научиться играть и петь, то приходите в мою школу, научу. Ну а мы продолжаем, поехали. Привет, я знаю тебя. Меня знаешь? Да. Я же Стас Костюшкин, как ты меня можешь знать? Настоящий петух. Знаю. Я, кстати, очень удивлена, что я встретила тебя. Подписывайтесь на Хижину музыканта. Это самый лучший блогер в жизни вашей. Подписывайтесь. Спасибо, приятно. Получай чокопай. Спасибо. Да. Тебе тоже удачи. Спасибо, рад увидеть тебя. Данил, ты что, крэйзи? Стас Костюшкин, знакомьтесь, Стас Костюшкин, я наконец-то начал в чат выходить, знакомиться с людьми. О, дурак. У меня есть хит, как вы знаете, «Женщину не танцую», но я всегда под фонограмму пел и сейчас даже нормально не спою. Путевку дали, в чужие дали, в самолете не поспали. А теперь песок в сандали. Ну нахер. А, мои фанаты самые лучшие. Даже если я не умею петь, я не пою. Это просто ухахахабл. Женщина не танцует. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. Нормально с ориентацией. Женщина не танцует. Женщина, я не танцую. Никого я не рисую. Не умею, не танцую. Нормально дискотеку устроил. Хорош, красавчик. Спасибо. Фанатки мои. Да. О, да. И как-то ты через вышку пахнешь одеколоном-то, прям аж прет вообще. Через вышку? Ну, у нас технологии развиваются, и запахи уже передаются хорошо. Ну, я просто 4 дня не мылся, поэтому, наверное... Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот, отлично. Ты допускаешь, да, своих? Лето пришло. Да это у тебя униформа, конечно. Я сначала подумала, это стриптизер. Чего, блядь? Нет, я официант. Это же официантская, как бы, типа, форма. А, ну, типа, да. Но я хочу стать артистом, поэтому вот надел сразу галстук, и у меня уже гибрид какой-то получился. Сколько тебе лет? Мне 21, ей 23. А я думал 8. А, ну типа молодость сохранили, да? Мы в арахисовом щербете хранились несколько лет. Да, и поэтому мы выглядим на 18.
Вау, это прямо новая технология омоложения, может, вы ее в мир толкнете? Именно так, да, арахисовый щербет, попробуй, и косметология тоже не стоит на месте. Эх, лишний подписчик, как старый, ушел. Напиши сейчас в поиске хижину музыканта. Ну, я сказал, что не он, блядь, его бошка. Ну, хижина музыканта, а ты, а тот это не ты, а давай отписывайся. Ща, сними его на видео, потому что мне Ксюша не поверит. Снимай, я за маркером. Знаешь, как сделай? Подруга, напиши у нее на плече, у розовой девчонки, у Лены, да? На плече вот так. Я не умею писать. Ты не писать. О, четко. Все, класс, спасибо. Прям приятно стало. Спасибо. Коп, ёпты, наколочки. Путевку дали, в чужие дали. В самолете не поспали, а теперь песок в сандали. Ира, ты некрасиво поешь. Ой, вот нет бы поддержать. Я не пошутила. Артиста. А как насчет? Позови ее, смотри. Смотри, что я могу. Позови ее. Смотри. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Никого я не рисую, не умею, не танцую. Точнее, не умею петь и не пою. А я у него и смотрел, не дался, спасибо. Да? Кайф. Тут пацан через тебя учился, блин, это классно. Е-е-е-е-е, с вами Стас Костюшкин! Эй! Привет! На кого похож, угадай, из эстрады, артист? На пацана из ТикТока похож. Вот это поворот! Как его зовут? Который на гитарке играет. Ну, странно. Я тут Олджи Буду вообще отыщу. Олджи Буду? Нашла вот тебя. Я думала, мы с ним будем встречаться, но он нашел девушку. Стой, замри. Вау, класс. Всё? Да, спасибо. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Ой, почему вот у меня в городе нет парней, которые так поют? Чё бы сделала с ними? Ну, я бы с ними много что, они со мной не знают. Oh, you touch my ta-la-la. А ты учишься, нет? Я уже отучился, институт закончил. В армию даже сходил. И просто, что, как в армии? Да ничего хорошего. Год почти потерял. Вот. У нас парни, которые из города, они из армии трансляции снимают, там пиццы всякие едят. Я думаю, это что, курорт какой-то, а не армия. Вообще классно, спасибо тебе за открытость. Спасибо. Пока. Ребята, как вам выпуск 10-й, юбилейным? Если хотите продолжение, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на Хижину Музыкант. Для чего эти условия на самом деле? Я разыгрываю каждый раз свои видеокурсы по вокалу и по гитаре. Если вы хотите выиграть в следующем выпуске, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Ребята, в честь открытия нашей новой онлайн-школы гитары и вокала хочу разыграть 5 абонементов на месячное обучение в школе. Я под предыдущим выпуском чат-рулетки просил вас оставить комментарий. И среди вот этих 1500 комментаторов выберем 5 счастливчиков. Поехали. Ссылочку копирую, вставляю на сайт Uncle Group. И рандомным образом определяем победителей. И первым обладателем доступа на наш сайт становится пользователь YouTube. Ну что ж, я все еще не отчаялся, хочу курс. Второй абонемент получает чувак под ником Даймер Мейбах. Ставки топ. Спасибо, бро. Третий победитель у нас Сергей Сидоров. Всем прекрасного настроения. Четвертый победитель Лорд Таймх. Ни разу не пробовал петь. Было бы неплохо получить курс. Отлично. Продолжаем. И пятый победитель абонемента у нас Тима Кот. И лучше, бро, отвечаю, когда-нибудь одно видео так выстрелит, что и другие видео заметят. Спасибо. Пишите мне ВКонтакте, я вышлю вам доступ в школу. Для тех, кто не хочет в школе обучаться, может просто забрать один из моих курсов, который находится в описании под видео. Всем пока!